ミーメルなの？ついてきてくれよ。遅いぜ。Так, надеюсь, импов уже хватает. Не хватает, вы серьезно? この機を逃すな。続け。できれば引いてください。行くよ。さあ行くわよ。Да блин, опять за один ход не убил. Сакете Торена. Ну все, последний раз. Точно. Здесь сейчас три этих будет. Нет, там. Чели. この木を逃すな。続け。
Да, все. Последний раз точно. この木を逃すな! 続け! Ну, это уже подстава, то, что опять не достал. Блин, он на Бурга слишком похож, даже от клетки атаки точно такие же. Чего я ждал? Так, все. Остались только лизарды, по-моему. Лизарды. Угу. Он там же водится. Можно, по-моему, других найти. А где? Hmm.
А нету. Говорят, здесь есть они. Вот почему я ненавидел эту локацию, тут элементали. みなさんの力をお借りします。行くよ。みんな、続いて。 Надо формацию переделать. Формация не оптимальная у меня, по-моему. Далеко не оптимальная. Я!
Все. Ну, награда такси на самом деле была. Погнали по квесту основному. И сразу ивент. Интересно. Она ощущает что-то, короче, нехорошее здесь. Возможно, и скрывается где-то неподалеку. Должно быть, они тоже поддались влиянию. И это значит, что они тоже теперь захвачены тьмой. Что ж, похоже, нам следует быть готовыми ко всему. Джимми, привет. Понятно. Похоже, они продвигаются довольно быстро. Да, если они дальше продолжат, то уже скоро у них будут все материалы. Теперь я понимаю, почему ваш Тор рекомендовал его. Но это не меняет того, что он всего лишь человек. Может, это и так, но силой той девушки он стал по силе равным Ларви, или, возможно, даже сильнее. Но все равно. Я прекрасно знаю о том, что ты гордишься тем, что ты Ларва. Но их, так же как и нас, Ларв, создали боги. И мы также встретим однажды свою смерть, как и они. Возможно, для людей. Что там он сказал? Возможно, для людей мы подобны богам. Но рядом с ними мы точно такие же, как и они. Ну, имеется в виду люди. И чтобы преодолеть это, мы должны заполучить силу богов. Конечно же. Очень тяжело будет сделать это. Это так. Джейко Хайто-тачи га джунчоу на нуа вакатта.
Ну, во всяком случае, Зигхард довольно неплохо справляется. А что насчет другого? Да, было довольно трудно убедить его сотрудничать. Но в итоге все пошло по плану. Отлично. Тогда я остальное оставляю на тебя. Конечно, положитесь на меня. Что-то мне не нравится. Меня опять используют по полной программе. У меня всего лишь 19 целова, кстати. Довольно-таки отстойно. Что за фигня была у меня был Джинни? У меня была... ГЛПС у меня был. Погугли, что это такое. Сейчас даже скажу точно. Вот так вот. Вот такая вот штука у меня была. Погугли, что это такое? А чё я вышел? Гремлин. Хорошо. Ну давайте. Бейте Ленхарда, блин. Что они жирные, ребята? 1700 хп уже. Еще летают, да? Парят, точнее. Не летают. Гвард. Понятно. Минасан на чикарау укаришимас. Ну, даже не знаю. Я зря что-то делаю. Ох ты ж! Я забыл вообще то, что у крабов такая фигня есть. Хана. Краб, конечно, меня сейчас... И сцена, по-моему, называется атака, но очень неприятная штука. Ребят, вы что, страх потеряли? Серьезно, хватит? Нет, на огороде. Хватит избивать Зигхарда. Блин. Кошак есть. Но делать не в кошаке. Так, хорошо. Я того-то не караю. То есть, по-хорошему, надо того сначала покарать. Кто-то нас сначала покарать.
Хотя ладно, фиг с ним. Причем здесь? Так я в деревне подцепил, судя по всему. Так, тогда делаем вот так. Первый удар. Потом сразу летит Стоун. После Стоуна сразу залетает Стил. Пытаемся украсть что-нибудь. Также пытаемся что-нибудь украсть у краба. Потом летит сразу за этим Rapid Blast. Ну, как бы, ну, не знаю. Такую фигню пережить практически нереально. Если эта фигня это переживет, то это, конечно, жизнь будет. Только пережил. А не пережил, оверкил. А, вот с этих боксов дропаются. Ну, хорошо, хорошо, очень, очень даже шикарно вышло. Ну, Джимми, бывает такое. Стоп, а чё? Лакеры по жизни? Не знаю, как сказать. Ты в Слизиатов-то вечером будешь? Нет, я же писал. Что хотел по вечерам? Да размяться. Есть. Сколько времени? Ой-ой, я таблетки забыл принять, секунду.